转圈圈，重复一天又一天，明天依然遥远。在茫茫的人世间，重复一年又一年，我却已不再是少年。别在明天早晨输给昨天的疲倦，别在每个午夜感慨匆匆的流年，别把每个遗憾丢在慵懒的昨天，别把每次努力抛给遥远的明天。明天перейдем сразу к делу. Вы можете тренировать меня? Гао Фэн, ты тренировался у тренера Гу. И твои показатели были довольно высокими. Я тренировался по вашей методике. Но как тренер Гу узнал, он разозлился. Ладно. Забудь об успехе. Успокойся и продолжай тренироваться. Но тренировки не дают никакого прогресса. Вы можете мне помочь? Гао Фэн, пойми. Я не хочу вмешиваться в твои отношения с тренером Гу. Согласно регламенту, я не могу помочь. Гао Фэн. Я слышала о случившемся. Ты в порядке? В порядке. Нет. Почему Гу тебя наказал? Не молчи. Бин-бин, я хочу попросить тебя о помощи. Что вы тут устроили? А? Намекаете, что моя методика плохая? Хотите сменить тренера? Вперед! Давайте, говорите. Что у вас? Я готов помочь. Лаугу. Что происходит? Такой злюка. Чего орешь-то? За 100 метров тебя слышно. Нам надо поговорить. А вы давайте, топайте. Лаугу. Что между тобой и Гао Фэнем? Зачем ты так его наказал? А если он травму получит? Не забывай, он же наш Гао Фэн. Это совсем на тебя не похоже. Неважно, кто ты. Пока ты ленишься, я буду наказывать тебя, и Гао Фэн не исключение. Ты хорошо об этом подумал? Такие спортсмены, как Гао Фэн, никогда не тренируются пассивно. Или у тебя что-то на уме?
Если хочешь, чтобы Гао Фэн начал прогрессировать во время тренировок, ты должен выяснить, что его сломало. Пойми. Лаулян. Как тренировать — это мое дело. В команде есть четкий регламент. Не надо вмешиваться в дела моей группы. Разве я должен об этом напоминать? Конечно, конечно. Правила, правила. Я же это из благих намерений говорю. Да. Гао Фэн – перспективный пловец. Знаю, что он перспективный. Пловец, выращенный мной. Хорошо. Лаугу, может, уделишь мне на днях время? Поедим, выпьем немного. И все еще раз обсудим. Диплом. Лаугу – лучший тренер. Привет, тренер. Бен-бен. Меня искала. Зайди. Пришла поговорить со мной о Гао Фэне? В команде неспокойно. Плохие слухи всегда распространяются, как пожар. А тут Гао Фэн. Это сложно сделать. Что именно сложно? Я не понимаю. Его показатели должны расти. Это же будет хорошо для всех, для тренера и всей команды. Конечно, спортсмены должны прогрессировать. Но когда именно начнется прогресс, никто сказать не может. Для динамики нужно время. Гао Фэн не какой-нибудь пловец-любитель. Он член команды, у которой есть правила. Конечно, это я дал Гао Фэню несколько советов, я виноват. Мне бы не хотелось еще сильнее усугублять ситуацию. Боишься, что тебя накажут? Таким ты меня видишь. Не знаю. Но я помню, что раньше ты не был трусом. Дело мое в возрасте. Я давно уже не молод. Не стыдно такое проворачивать, а? О чем ты? Что такое? Что такое? А сам не понимаешь? Ты же знаешь, спортсмен не может менять тренера. Зачем тебе это? Ты понимаешь последствия? Thank you.
Бин-Бин. Гао Фэн, не волнуйся и сильно не расстраивайся. Я сказала отцу, он обещал тебе помочь. Гао Фэн, надеюсь. Бин-Бин. Мой отец подумает. Уверена, он уступит. Гао Фэн. Джоу Юй разозлился. Я не понимаю, неужели я поступаю неправильно? Нет, не думай так. Завтра тренируйся, как обычно, и ни о чем не переживай. Стоять. Еще хочешь тренироваться? Хочу. Тогда 50 кругов. После того, как ты уступил Джоу Юю, ты так и не смог прийти в кондицию. Да. Не выходит. Как сильно я бы не старался. Мои показатели стоят на месте. Ты хорошо об этом подумал? Такие спортсмены, как Гао Фэн, никогда не тренируются пассивно. Или у тебя что-то на уме? Если хочешь, чтобы Гао Фэн начал прогрессировать во время тренировок, ты должен выяснить, что именно его сломало. Пойми. Лаулян. Как тренировать — это мое дело. В команде есть четкий регламент. Не надо вмешиваться в дела моей группы. Разве я должен об этом напоминать? Я не понимаю. Его показатели должны расти. Это же будет хорошо для всех, для тренера и всей команды. Для динамики нужно время. Гао Фэн не какой-нибудь пловец-любитель. Он член команды, у которой есть правила. Боишься, что тебя накажут? Гао Фэн, после занятий я жду тебя в малом бассейне. Тренер,
Почему вы в воде? Чтобы дать тебе подробные инструкции. Вы со мной поплывете? А может, полюбуешься мной? Нет. Я помню те времена, когда Лю, я, тренер Гу и отец Джоу Юй были четырьмя морскими владыками. Что? Я был в национальной сборной, а значит, совета давать тебе не могу. Тренер, не говорите так. Давай, скорее в воду. Хорошо. Я несколько дней думал над методом, который тебе подойдет. Смотри, ты обычно используешь метод двустороннего дыхания. И вот тут надо поработать. Знаешь звездного пловца Тайхэня? Секрет его успеха – двустороннее дыхание в сочетании с частотой движения рук и ног. С ногами ты разобрался. Я хочу, чтобы ты попробовал его технику. Хорошо. Что скажете, тренер? Не очень. Прогресса так и не наблюдается. Похоже, тебе этот метод не подходит. А давай на сегодня закончим. Иди к себе, отдохни. А я что-нибудь еще придумаю. Учту все детали и внесу корректировку в твои тренировки. Хорошо. Лаулян, заходи.
То, что ты просил. Хорошо. На что смотришь? Я пойду. Стоять. Сынок, посмотри. А для кого это ты рисуешь? Что за глупый вопрос? А если немного подумать, а? Гаофен. Я думаю, ему нужно удлинить ход. Может, есть идеи, как именно его удлинить? Да я так, просто ляпнул. Я долго размышлял и думаю, тебе стоит попробовать удлинить ход и частоту грибков. Ты должен удлинить скольжение по воде. Смотри, руку тянешь вниз, направляя поток назад, и выводишь руку назад, за спину. И это должно будет максимально удлинить твой ход по воде. Такой метод имеет высокий эффект. К удлинению хода ты добавишь еще и частоту грибков. Сделаешь это для баланса. Может, тогда попробуешь? Да, попробую. Тренер, у меня получилось. Я видел. Твой показатель наконец-то стал прежним. Находясь в воде, я не чувствую времени, но ощущаю, что плыву намного быстрее. И цифры показывают, что ты плывешь намного быстрее. Поздравляю. Спасибо, тренер. Эту идею мне предложил Джоу Юй. Джоу Юй? По местам! We'll be right back.
Лаугу. Я просто дал ему парочку советов. Ну что? Круто же? Я должен тебя поблагодарить. Наслаждайся. С тебя шикарный ужин. Заметано? Я занят. Хорошо. У Хао ко мне дело. Я пойду. Оставляю их на тебя. Главное продолжать тренироваться. Тогда будет прогресс. Хорошо, хорошо. Прекращаем болтовню. Все в воду. Ты молодец. Отлично. Ты интенсивно тренировался последние дни. Иди отдыхай. На сегодня свободен. У меня есть сила тренироваться. Что за упрямство? Поспешишь, людей насмешишь. У меня к тебе разговор. Да, да. Уверен, это неспроста. Считаю, раз Гао Фэн прогрессирует, то и мы можем. А для этого надо тренироваться. Я пошел. Давай в воду. Я сейчас, разомнусь только. Пошли отдыхать. Ты заметил? Гао Фэн технику сменил, и показатели его улучшились. Я сегодня без сил. Что такое? Спокойно, спокойно. Мы одна команда, чего вы? Гао Фэн не состоит в нашей группе. Почему тренер Лян занимается им в частном порядке? Что ты пытаешься этим сказать? Что не так с Гао Фэнем? У Гао Фэня сейчас застой, долг тренера Ляна ему помочь. Джоу Юй, чего ты его защищаешь? Мы же в одной группе. Нет, я не об этом. Я о том... Да как вы смеете? Стоять, стоять! Успокойтесь! Прекратите драться! Стойте! Что вы делаете? А ну прекратить, прекратить! И это спортсмены, как ума хватило драку устроить? Некуда силы деть? На тренировках не устаете? Джоу Юй, у тебя рука ранена. Я в порядке. Бен-Бен, отведи его в медпункт. Проследи, чтобы ему оказали помощь. Идем. Гао Фэню ни слова. Не вопрос. Выкладывайте, почему подрались? Не надо. Это потому, что ты правила нарушил. Доктор. Тут у нас руку поранили. Что нам делать?
Поняла. Ссадина. Я сейчас занята. Возьми на столе йод и смажь ссадину. Я не справлюсь. Это просто. Возьми палочку и намажь рану. Спасибо. Зачем? Ты подрался. Я не дрался, они первые полезли. Потерпи. Я слышал о случившемся. Я тебя знаю. Тебя это не касается. Джоу Юй, мне нужен тренер Лян. И тебя это бесит? Нет. Не парься. Касательно этого, тренер мне все объяснил, я не против. Главное, что он за. Вражды я не хочу. У меня нет злых помыслов. Я просто хочу улучшить показатели. Разве это плохо? Нет. Ты прав. Виноваты те, кто устраивает конфликты. Ты не думал о чувствах других. А я знал, какими будут последствия. А что делать, если методика тренера Гу не подходит, в отличие от методик тренера Ляна? Что делать? Как всем угодить? Ты хочешь, чтобы тебя тренировал Лян? И что? Я приложил для этого усилия. Ладно. Хорошо. Тренер сперва отказал тебя, так? Потом помог, как и я тайно подсказывал тебе. Но это против правил. И ты это знаешь. Но зачем ты его заставляешь? Ты даже Бин-Бин попросил о помощи. Невероятно. Я понял. Ты бесишься от того, что Бин-Бин мне помогла. Джоу Юй, если она тебе нравится, признайся, не вымещай злость на мне. Это к делу не относится. В команде есть правила. Ты сейчас в сборную поедешь и попросишь отца с тренировками помочь. Думаешь, это нормально? Джоу Юй, ты перегибаешь. Нам нечего обсуждать. Все уже сказано. Что ты будешь делать, не имеет ко мне никакого отношения. Я не хочу с тобой тренироваться. Понял? И я не хочу с тобой тренироваться. Почему такое чувство, что у тебя что-то случилось? Ничего. Просто поругались. С Гао Фэнем. Хочет тренера сменить. А я думаю, что это неправильно. Его я недостаточно хорошо знаю. А главное, кому не хочется хорошего тренера? Проблема в том, что его тренер очень хороший. И смена тренера совсем ни к чему. Вы же больше не будете ссориться? Нет. Я знаю, в детстве ты дружил с Гао Фэнем. Ты заботишься о нем. Я думаю, тебе не стоит.
сильно на него сердиться. Уверена, он хочет улучшить свои результаты, не думая ни о чем другом. Может, ты попытаешься его понять? Хорошо. Прошу, не вините себя. В вопросе с Гао Фэнем я совершил ошибку, и больше такого не повторится. Тренер, это мы были неправы. Мы были неправы. Тренер, мы были неправы. Ладно, ладно. Идите. Что еще? Идите уже. Отдохните. Спасибо, тренер. Спасибо. Лаулян. Начальница ждет. Выкладывай. Что там? Хочу от тебя услышать. Недоразумение. Несчастный случай. Что за несчастный случай? Знаешь, что нарушил правила, обучая его? Все об этом узнали. Ладно. Пошел собирать чемоданы и домой. Лян Югуан. Думаешь, отвечать не придется, если уйдешь? Покаешься на собрании. И делу хода мы не дадим. Хорошо. Это последний раз. Конечно, конечно. Я раскаиваюсь и глубоко сожалею о содеянном. Бедняга. И ты ему веришь? Он изворотливый, как змей. Чего? Лаугу, что ты сказал? Кто изворотливый? Ладно, вы оба свободны. Идите уже отсюда. Я занята. Идем, покажу свою изворотливость. Идем, идем, продемонстрирую. Бен-Бен. С Джоу Йой. Все в порядке? Несерьезно, просто ссадина. Я... не знала, что это может тебе так навредить. И как же это мне навредило? Это как экзамен. Сдал, и все закончилось. В детстве дралась с мальчиками. Проблема, как если кто-то зуба лишился. Но у команды накопилось к тебе много вопросов. А разве меня когда-то любили? Не переживай. Было и хуже. Это детский сад. Подняли небольшую шумиху, но скоро все затихнет. Лаугу никому теперь спуску не даст. Помяни мое слово. Так... за это... спасибо. Моя дочь попросила помочь. Я как отец не мог отказать. Конечно же, и Гао Фэн является важной причиной. Тренер, простите. Из-за моего желания улучшить показатели, я обратился к тренеру Ляну за советом. Понимаю, не стоило этого делать. Я проявил к вам неуважение. Это грубо с моей стороны. Простите. Гао Фэн, хорошо хотеть совершенствоваться, но жажда успеха может стать контрпродуктивной. Не волнуйтесь, такого больше не повторится.
Гао Фэн, я считаю тебя самым способным пловцом. И хочу, чтобы ты стал лучшим. Но я не думаю только о тебе. Тренеры видят намного больше спортсменов. Да. Я хотел вам признаться, что для улучшения... Знаю, что Лян Югуан тебя тренировал. Его методы очевидны. Я знал, что его не удержать. Мы с ним дружим 20 лет. Разве я его не знаю? Но ты должен помнить, это в первый и последний раз. Да, тренер. Иди ешь. Хорошо. Бегом.向着前方那盏明亮不灭着的灯塔，陪伴我们向着梦想出发。蓬勃的力量已在我们心中发芽，它开出的花，对青春最好的回答。 用爱的力量去奔赴前方，心之所向，没什么能够阻挡。要不负勇往，在场上绽放我们光芒，无所畏惧，我们乘风破浪，勇往直前。 永远向着终点，拼尽所有的力量，也要把梦想点燃。勇往直前，我们年复一年，哪怕前路有再多的艰险，我们的热爱不会退减。 前方那盏始终明亮着的灯塔，此刻我们就要向着梦想出发。蓬勃的力量已经发芽，它就要开出最耀眼的花，是我最好的回答。勇往直前。 把光荣重现，指引青春有你成全我们这独特的绚烂。勇往直前，我们勇往直前，就算再时过境迁百年回望，也不会留有遗憾。